Добрый день, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. С вами фабрика компрессоров, город Челябинск. Сегодня у нас на обзоре винтовой воздушный компрессор с приводом от электрического двигателя Долгокерам ДВК-100. Это БУ компрессор. Мощность электродвигателя 75 кВт. Производительность 12,5 кубических метров в минуту. Рабочее давление 7,5 атмосфер. Данный компрессор в нашей компании прошел комплексную диагностику и полную ревизию. Итак, что же по нему делалось? Произведена ревизия винтового блока. Здесь у нас Гарнер Денвер. Замена подшипников, сальника, регулировка зазоров. Произведена ревизия электродвигателя с заменой подшипников. Здесь у нас турецкий мотор 75 кВт с степенью защиты IP54. Далее охладитель снимался. Внутри и снаружи промывался с химией. Греться компрессор не будет. Далее заменены все резинотехнические изделия. Например, приводные ремни OptiBelt. Все рукава высокого давления. Произведено полное техническое обслуживание с заменой всех расходных материалов. Фильтр воздушный, сепаратор, фильтр масляный, компрессорное масло. Затем произведена ревизия электрической схемы и реновация внешнего вида компрессора. Вот видите, он у нас чистенький, беленький. Панельный фильтр входящего воздуха. Ну и в целом компрессор на сегодняшний день в отличном техническом состоянии. Будет еще долго работать и радовать своих владельцев. Наработка на панели управления 1 час, потому что панель управления предыдущими собственниками была заменена. Предлагаю компрессор запустить, посмотреть, послушать, как он работает. Компрессор пройдет время холостого хода, разгрузится и остановится. Обращайтесь в нашу компанию, приобретайте компрессорное оборудование БУ с гарантией, а также новое компрессорное оборудование от ведущих производителей России и мира. Благодарю за внимание.